После покушения, произошедшем в середине нулевых, у артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем. Лишь сейчас Авраам Руссо нашел возможность решить их. Исполнитель перенес сложную операцию в одной из клиник Америки. Сегодня утром появилась новость о плановой госпитализации артиста. В эти минуты Авраам Руссо уже восстанавливается после сложнейшей операции на бедре. Наконец-то через долгих 15 лет, я сделал долгожданную плановую операцию на ногу. Да, эта процедура была непростой и длилась более 2 часов. Она, к слову, была двусторонняя, и через ногу, и через шею мне в вену вводился расширяющий раствор и специальный шарик, так называемый баллон, который раздували внутри для расширения вены. Мне повезло с докторами, все прошло легко и быстро. Уверен, что в скором времени меня выпишут из госпиталя. Огромное человеческое спасибо всем за мощнейшую поддержку в такой непростой момент в жизни. К сожалению, не мог ответить всем, находясь в госпитале. Меня подбадривали и поддерживали, телефон просто разрывался от звонков и смс.